Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей – это независимый государственный орган, который призван защищать права и законные интересы предпринимателей. Он обладает широкими полномочиями, чтобы оказывать им помощь и поддержку, к тому же выявлять и устранять проблемы предприятия для ведения бизнеса. В нашей республике учреждение функционирует на протяжении 10 лет. Обратиться могут предприниматели, которые официально зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Ингушетии. Перечень вопросов, по которым они могут нам обратиться, он довольно широкий. Если предприниматель считает, что в процессе его деятельности в отношении него были приняты какие-то незаконные действия, либо наоборот бездействия органов власти, контрольно-надзорных органов, он может обратиться к нам. Первое, за консультацией. Второе, он может обратиться к нам с письменным обращением для дальнейшего рассмотрения и юридической помощи ему. Деятельность осуществляется на безвозмездной основе. Любой предприниматель имеет возможность получить бесплатную консультацию и юридическую помощь. За последнее время в учреждение поступило немало обращений. Чаще всего они связаны с взаимодействием с органами исполнительной власти по имущественным отношениям, действия или бездействия правоохранительных органов. Не все граждане Республики Ингушетия на сегодняшний день знают о существовании этого государственного органа, о его функциях и задачах. И самое главное о том, что на сегодня властями Республики Ингушетия принимаются меры для поддержания предпринимательства именно в таком формате, да, то есть юридическая помощь. Предпринимательство играет важную роль в развитии экономики, поскольку новые направления в бизнесе способствуют конкуренции, инновациям и росту производства, потребления товаров и услуг. Именно поэтому важно помогать и упрощать их деятельность. Помимо приема обращений, сотрудники аппарата выезжают в муниципальные образования, общаются с представителями бизнеса с целью повышения осведомленности о законодательстве, правах и обязанностях. В марте текущего года у нас была встреча с главой региона Калиматовым Махмутом Алимакшариповичем, в рамках которой он поставил следующую задачу. Первое, он сказал, что нужно, это не мешать бизнесу. Второе, оказывать всевозможную поддержку бизнесу, соответственно, в рамках действующего законодательства. И необходимо вернуть доверие предпринимателям. Аппарат уполномоченного – это важный инструмент защиты прав предпринимателей не только в Ингушетии, но и по всей стране. Он работает на стороне бизнеса и старается создать благоприятные условия для его развития. Малика Измайлова, Алисхан Гаравожев, Магаз-24.